Если в соседних государствах праздник называется Днем рыбака, то в Казахстане он носит официальное название Дня работников рыбного хозяйства, тем самым подчеркивая труд не только добытчиков живого серебра, но и тех, кто разводит и выращивает рыбу для пополнения естественных запасов, а также ученых, чья научная деятельность так или иначе связана с рыбной отраслью. И, конечно же, следует сказать о значительном вкладе среднего и малого бизнеса в развитие рыбного хозяйства Казахстана. Частный бизнес – это не только рабочие места в отрасли, и пополнения государственной казны в виде налогов, но и производство рыбных запасов. Нельзя не отметить и роль управления рыбного хозяйства в местных исполнительных органах, которые являются связующим звеном между наукой, бизнесом и государством. Послание главы государству народу Казахстана это было в 2020 году, 1 сентября 2020 года, по Казахстану новой реальности время действий. По поручению главы государства была разработана программа развития рыбного отрасли по Республике Казахстан. То есть это перевод от рыболовства к рыбоводству. То есть это под промысловое рыболовство к выращиванию товарной рыбы, то есть искусственного выращивания рыбы. В этой программе предусмотрено 270 тонн рыбы по Республике Казахстан. Также в структуре программы предусмотрена Акмолинская программа развития рыбной отрасли по Акмолинской области, где доведено до 10 тысяч тонн к 2030 году. То есть это региональная программа, которая от 2021 года до 2030 года. Цель программы – развитие рыбного хозяйства Акмолинской области, увеличение объема рыбной продукции и рациональное использование рыбных ресурсов. Задачи программы – увеличение производства товарной рыбы, создание новых рыбоводных хозяйств, создание эффективной службы по охране рыбных ресурсов, научное и кадровое обеспечение отрасли. Чем больше занимаешься ловлей рыбы, тем больше затягивает это занятие. Феномен рыбалки в том, что это одновременно азарт и релакс. Стремясь испытать эту неповторимую гамму чувств, мужчины и женщины увлекаются рыбной ловлей. Стоит отметить, РГУ Исильская межобластная бассейнная инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан является территориальным подразделением Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики. Инспекция осуществляет государственный контроль и надзор в области охраны и использования рыбных ресурсов и других водных животных на территории Есильского бассейна в пределах административной границы Акмолинской и Североказахстанской областей. У нас по Акмолинской области насчитывается 596 рыбохозяйственных водоемов, утвержденных постановлением акима Акмолинской области, и 501 водоем по Североказахстанской области. И каждой области разработана региональная программа. В этой программе, я как говорил, 10 тысяч тонн к 2030 году. За 2021 год у нас выращено товарной рыбы 143 тонны. На 2022 год у нас 952 тонны рыбы. И по Североказахстанской области в прошлом году, на 2021 год, 600 тонн. Это все выполнены 600 тонн и 143 тонны по Акмолинской области, 700 тонн по Североказахстанской в этом году и по Акмолинской, я уже повторил, 952 тонны. В области из 296 природопользователей 230 занимаются озерно-товарным рыбоводным хозяйством, 5 хозяйств любительским спортивным рыболовством, 61 пользователь занимается промысловым рыболовством. В настоящее время проводится, получается, программа развития рыбного хозяйства. На это опирается наш комитет. Это, то есть, переход рыболовства на рыбоводство, чтобы наши рыбные ресурсы восполнялись. Так и в основном контроль за охраной, воспроизводством, использованием. Поздравляю коллег рыбного хозяйства, желаю всем успехов в работе, и чтобы наша рыбная отрасль в Казахстане процветала. Рыбаки шутят, что больше всех день рыбака отмечают не профессионалы, а любители. В этот день они съезжаются семьями к водоемам, организовывают соревнования. Самое популярное состязание – кто больше наловит рыбы за определенный промежуток времени. Улов взвешивают, определяют победителя. Обязательно отмечают рыбака, которому посчастливилось поймать самую большую рыбу.